Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, давай поиграем за зомбарей опять же. Ну-ка, что если я возьму, например, нашего замеха? Мы за него давненько не играли. Попробуем. Посмотрим, кто нам тут выпадет. Ну давай, 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 не жмись. Да чтоб тебе. Против замеха, видите ли, никто не хочет играть. Посмотри, а. Не хочет он мне подобрать противника. Ну ты серьезно? О, нашли. Так, друзья мои, это зубостизила. Слушай, а что значит рамочка золотая? Он золотой лиги, что ли, был чувак этот? Ну, значит, сейчас кранты будут. Значит, меня сейчас тут распишут по полной программе, скорее всего. Так, пока ничего не будем делать. Что, поставить нам этого, а? Как думаешь? Давай сюда, вот я влеплю. Самолетики запускаем. Поехали. Неплохо. 1-4. Опа, опа, опа. Пошел, да, на прокачку. Допустим. Что сделаем? Давай вот так вот поставлю. Уничтожает зомби. Да ради бога. Я сейчас все равно твоего хлыща раздавлю. Даже не надейся. Или не раздавлю. Давай вот так вот сделаем. Погнали. Угу. Вытягивает две карты. Давай вот так теперь сделаем. Тимон! Что он там делает? Ага, меняет. Все? Ну, этот мы стебелечек с собой уничтожим. Правда, единственное, ребят, мне ставить-то никого будет. Прикинь? Вот кого я сейчас тут сюда поставлю, скажи-ка мне на мил. А, король. Ну, давай я поставлю короля сюда. Поставлю сюда короля. Так, ага. И все? И все? Давай вот так вот сделаем. Поехали. Так, он будет отхиливаться, да? Вирус. Давай сделаю вот так вот. Пока. Опачки. Подсолнышек вылез. Так, ну что, друзья мои. Погоди секундочку. Как тут лучше сделать-то? Как тут лучше сделать? Ну, давай, наверное, вот таким вот образом все-таки заклепаем. А здесь... Ну, придется вот это вот уничтожить нам. Поехали. Защита? Никакой защиты, блин. А вот у него есть. Плешивая защита. Так, у нас с тобой сейчас работает, ребята. Ага, вот так вот он делает.
Нормуль. Это нормально, ребята. Прибережем. Страж. Ну, давай сделаю вот так вот. Да и все, пока. Просто хочу посмотреть, что мы будем делать. Ну, допустим. А далее что? Серьезно, что ли? Или у тебя там бонусная атака есть? Что ты там затеял? Ага, вот так вот, понял. Так, ну вот это вот говно мы с тобой отсюда убираем. Делаем вот так вот. И еще так же. Погнали. Угу. Хильнуться-то не получил. Все равно, да? Хильнуться захотел. Ну, ребят, в одним словом, мы забомбашили. Я думал, что вот хил не будет срабатывать. А видишь, все-таки попадание было, и он отхилялся чуть-чуть. Но это его не спасло. Так, двигаемся далее. Замех, ну так себе, так себе. Давай попробуем сыграть за вот этого. У меня никогда не получается за него нормально поиграть. Вот серьезно тебе говорю. Не получается, и все. Какой-то он никудышный. Ну, давай посмотрим, может быть, на этот раз нам повезет. Хотя... я не уверен в этом. Так, мы с тобой деремся против ореха в доспехах. Эта колода у него построена, ну, грубо говоря, на кровожадности. Но что-то не всегда это помогает. Это кровожадность. Угу, доборчик есть. Добор карты — это всегда хорошо. Видишь, все у нас с кровожадностью связано. Орех задумался, думает, блин, что мы там сделать? Ретро 1205. О-хо-хо-хо-хо. Да. Такое неплохое начало. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои, что это значит? Не знаю, посмотрим. Будем через усы работать. Орех, орех. На короле, да? На тыквенном короле. Ну, сейчас мы его заморозим, наверное, а уже потом что? Это тебе не поможет, ты можешь даже не радоваться. Стена орех тоже тебе не поможет. Все? Погнали. Так, заморозим его сейчас. Ага, хорошая карта, кстати, ребят. Снизим ему атаку, которую он прокачал. Лишь бы не было у него, друзья мои, могила еда, еще раз говорю. Если будет, то фейл. Ага, что он делает? Ландшафт. Ну, это ерунда. Это, в принципе, тоже ерунда. Нам главное ему понизить атаку. Поехали. Как-то так, пока. Можем его выкинуть к ядрине фени, если захотим. Что мне здесь лучше сделать? Я, наверное, пока пропущу ход. Я сейчас буду делать вот через это, ребят. На ландшафте минус 6, минус 6. То есть мы его сразу берем, да? А орех пускай остается. Орех мне тут как бы не мешает. Угу.
А вот это говно надо убирать. Так, дальше что? Так, надгробие. 2 плюс 2, если растение зомби, то говорится заморозки. Давай так сделаем. Да ты вот, блин, ребята, вот они моду взяли, а. Твою дивизию. Ну, сработай защита, блин, какая защита, нифига тут не сработает. Так, окей. Да ты заколебал, ты посмотри, блин, а? Нахапал, блин, могилоедов, блин. Пипец, короче. Ладно, сейчас сработает у нас защита. Только толку мне от нее, толку мне от этой защиты, вот скажи, на милость. Что здесь можно сделать? Ну, здесь мы, наверное, сделаем вот так с тобой. И вот так. И вот так. Посмотрим. Офигеть, сколько он могилоедов набрал, блин. И как раз под моего этого, ты прикинь? Что за... А, на орехах же, ё-моё. Смотри, что сделал, а. Я еще раз повторяю, ребят, не могу я играть за вот этого нашего зомби. Совсем как-то не рассчитано на все это. Угу. Все на этом. Так, три, чтобы убрать вот этого. Здесь мы поставим с тобой что? А что мы поставим с тобой здесь? Давай сделаем вот так вот. И поставим. Вот так. Скажи, а что мне это даст? Вообще мне это ничего не даст, потому что заклинаний, как ты видишь, у меня нету здесь. Еще и гриб поставил сюда, прикинь. Все, у меня сейчас кранты, ребят. Ага, не, сработала защита. Сделаю так. Так. Ну и вот так. Ну это фигня все на самом деле. Че он сейчас? Он сейчас в любую сторону поставит орех, мне кранты, ребят. Ничего тут не спасет уже. Что за подлагивание, а? Скажи-ка мне на милость. Ну и че мне этого толку-то от этого пещерника? Ну ты понимаешь, да, что я тут все равно проиграл. Ты бич. Да. Не могу я на него удачную найти колоду. Так, ну что, давай тогда сыграем. Давай за разгром поиграем, а? Тысячу лет за него не играл. Серьезно тебе говорю, раньше был одним из любимчиков у меня. Но потом как-то перехватил инициативу именно ржавый разряд. Так что сейчас будем смотреть, что у нас получится именно с этим раскладом. А потом можно пойти, например, сыграть за кого? За орех на отхиле.
Так, смотри, это золотой ранг, ребята. Высшая лига. Они, видимо, проснулись, все зашли в игру и начинают потихоньку тут играть. Странная немножко колода. Ладно, фиг с ним. Поехали. Так, сумоист. Да это еще откуда? Это еще откуда взялся у меня? Бомби. Пропускаем. Слушай, он же в надгрубе, амфибия. Так, безумие. О-о-о. На заморозках ты хочешь поиграть? Серьезно? Хм. Ну, к примеру. Сейчас, по-моему, мне кажется, он будет замораживать. Сейчас вызовет поставить сюда ландыш. А, вот так вот. И не побоялся, а вдруг у меня валун был? Нет. Его это не напугало нисколечко. Ну что, давай. Так вот сделаем. Ну, у него, наверное, еще один огурец есть, да? 4 огурца у тебя, как обычно, в колоде. Обычно так у вас там все это дело происходит. Вот у него кто. Допустим. А что ты скажешь? Подожди. Давай вот так вот сделаем. Пока у меня есть... Опа! Сейчас будет морозить, да? За 0-0. Нет, ребят, что-то не стал морозить он. Но 100% тебе говорю, что у него это все есть. Поэтому нам нужно с тобой сделать следующее. Да, как бы это по-дурацки не звучало, но так придется делать. Еще один у него есть, ты прикинь? Допустим. Так, давай вот так сделаем с тобой. Этих... О, девяточка, это хорошо, ребят. Девяточка, это хорошо. Так, ну что, поехали. Потом пойдет зомбос. Отличная карта. Еще вот так сделаем. Ага. Козика поставим сюда. Посмотрим, что он будет делать. Заморозочка, отлично. Давай, 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 прокачивай своих, выставляй побольше. Росточки, да, у тебя еще тут. Все? Все. Так, погнали. Я знаю, что это не лучший вариант. Я знаю, что у него, если есть заморозка, начнется тут, конечно, кипишняк. А, видишь, что он делает? Поэтому что? Выдержим этот удар, а дальше делаем. Ставим. Так. Надеюсь, у тебя больше нет этого? Да как же нет? Есть.
По-моему, нас это, ребят, не спасет. Твою налево. Этот дракон хорош, когда ты добор карт делаешь, понимаешь? Ну, извини меня. Вот против вот этого, что у растений, как это называется, цветок-то, который бомбит, повышает магические заклинания, там на 5 или на 6, да, увеличивает. Плюс вот этот вот кабачок, джин. А я тебе говорил, что если у него призрак, ну, отмечен, короче, золотой каемочкой, то это высшая лига. У них легенды, ребят, у них легендарные карты. Вот видишь, вот это вот, вот до 40-го ранга не добрался. Ну и что это тут такое? Замечательно. Офигенно разгром. Пипец. 5, 4, 4, 5. Здоровски. Надо будет ржавого разряда брать. Надо брать ржавого разряда. Мне вот этот вот хмырь, который у него на спине, раздражает. Ну давай, что-то там, наверное, свою горошину сейчас по центру запустишь. Обычно не так делают. Нет. Что-то не то немножко. Ну а мне только остается смотреть, наблюдать, как меня тут бомбят. Потому что я ничего не смогу сделать, ребят. Ага. Ты понял, да? Тут уже заморозка пошла. А мне по-прежнему нечего поставить. Да. Как нубас, я все чувствую, как нубас, ребята. Просто ничего не могу сделать. О, хоть что-то выпало. Давай посмотрим. Вот, даже великолепно, ребята. Сейчас мы вот так вот. И чё? Чё дальше? Давай так вот сделаем. Пять, да? Пять, четыре. И рикошет. Итого восемь, да? Итого восемь в лицо. Зашибись, ребят. Все, отыграли. Вот почему я за разгрома перестал играть, ребят. Последнее время. Так, это два, это четыре. Ну что же. Поехали. Сделаем так. И сделаем вот так. Ну тут сработает защита. А вот тут, тут я уже не знаю. Если только сердечко нам выпадет. Будем надеяться на сердце. За... Почему? У него же не было этого. Почему не сработало, ребят? Не знаю. Пробил. Защита нифига не сработала. Все, переходим к нашим, ребята, растениям. Я херею просто с этого дурдома, как нас тут расклепали. Давай, орех. Не, давай-ка мы за картофан поиграем. За картофан, а потом можно будет за орех. Жесть. Жесть и еще раз жесть. Один раз победили и шесть раз сфейли. Ё-моё. Вот где они взяли вот этих вот, ребят? Это, наверное, взломали, взломки. Я не видел, чтобы где-то можно было взять великануса. Вы сейчас серьезно? Трэш. Ну, против великануса сложно играть. Как и за... против кранит. Не знаю, какие-то имбовые, ребята, персонажи. Ага, еще творит. Естественно, сейчас будет тут хапать доборы. Целую кучу. Ну давай, что там тупишь-то?
Давай, лети отсюда. Угу. Все, что ли? Кончилось у тебя? Давай смотреть, что он будет делать. Ландшафт может поменять. О, видишь, все вытянутые карты стоят что-то на один дешевле. И вот он ландшафт меняет, ребят. Вот он ландшафт меняет. Плюс делает рикошет. Круто? Обалденно просто. Карты будет вытягивать с помощью вот этого хмыря. Так, это меня как-то не интересует, если честно. Пускай он там что хочет. Ага, вот так вот. Пу-пу-пу-пум. Поехали. Ну ты посмотри, а. Слава богу, сработала защита. Вот сюда поставим минку с тобой. Отлично. Ягода. О, смотри, что у него тут только нету. Поехали. Как ты меня бесишь, а? Допустим. Отличный гриб. Тут вот нахер отсюда убираем. Ага, ха-ха, захотел чего, да? Так, у него 4 карты. Кровожадность и прочерк. Так, этого наказываем. Кукуруза. Да кукуруза мне как до Китая раком. Ну, я так вот сделаю ее. Кто там у тебя? Ага. Пу-пу-пу-пум. Ребят, ну это уже трындец просто какой-то, ё-моё. Давай, защита, надеюсь, работает. Хрен там, не защита. Ладно, кукуруза в следующий раз выйдет. И всем покажет. Давай, выставляй там кого-нибудь. Все. Если сейчас у него еще будет одна. Так, неужели он сейчас сюда его? А хотя, в принципе, пускай стоит сюда. Это не страшно. Вот так вот он, да? Ну это трэш. Погибнет, погибнет, конечно же. Ждем, ребята. Ага. Естественно, добирает тут карты свои. Погнали, короче. Ha ha ha!
Я почему-то не удивлен. Я не удивлен, ребят, нисколечко. Шаманство нахапал карт. Угу. Нахватал, блин. Да, конечно, разогнался ты. Вот уж дудки, парень. Так, вот этого говнаря убираем. Захотел чего? Так, здесь ставим сюда. Ну и вот так вот, пожалуй, сделаем. Давай еще вот так вот фиксим. Поехали. Будем до последнего сопротивляться. Пускай тратит кровожадности. Я тебе говорю, что он карты вот эти вот ребят берет. Так. Угу. Чудило, да, вылез опять. Пум-пум-пум-пум. Так. Ну, в принципе, неплохенько. Давай, зарядим. Сделаем вот так. Ну и что дальше? Ну и пока все. Да ты посмотри, ну ёб твою мать, ну сколько у тебя говна этого? Ну ты заколебал, ну серьезно. Ну все тут, а нет, сработала защита все-таки. Картошка, где твои силы ландшафта? Где твои, блин, эти лужайки? Я не понимаю. Ну и че? Одна хпшка, ребята. Он пробьет. Все. Я сдаюсь. Это бесполезно. Серьезно, ребята. Это бесполезно. Против этого гномуса, блин, чертового, драться. Когда у него вытянутые карты стоят на одну ману дешевле. Как так драться? Да никак. Вот. То ли дело. Давно не дрались мы с тобой с этим. Как его там величать? Йети? Пошел отсюда. Ты меня уже раздражаешь, эти карты своими, блин, дурацкими. Ну что это опять такое, а? Дайте мне нормальные дешевые карты. Есть у тебя там мины есть, все есть. Нет, вот дают, блин. Сейчас будем за орех играть. После вот этого ранга будем играть за орех. Вишня. Что, ребят, вишня вот выпала, будь добр. Так, у него есть ульта, когда замораживает всех на земле. Ой-ой-ой. Это, кстати, не очень хорошо, между прочим. На бесенках он хочет сыграть. Пират. Так, ладно, пират так пират. Берет карту, да, естественно. Так. Ну, фиг ли, ребят. У меня же все норм. По барабану абсолютно на этого хмыреныша. Единственное, что, наверное, лучше сделать нам вот так. Сейчас смотри, кого-то прокачать. Либо этого, либо этого. Сохрани пока. Ждем.
Угу. Они же, он же тоже, да, с кровожадностью, ребят. 5. Так, потом мы с тобой сможем, в принципе, применить мину вот эту вот. Так что давай сейчас, наверное, сделаем следующий ход. Вот так. Ну и, наверное, вот так. И вот так. Поехали. Прокачиваешь, да? Ну этим крышка. Вот этим вот троим. Лишь бы нам только выжить. Да ну нафиг, ну ты... Ты серьезно? Сработает защита, интересно. О-о-о-о. Вот бы сработала, ребят, защита, а? Она сработала. Горячку убери, пожалуйста. И не пари горячку. Где хилы, где все, ребят, я не вижу ничего. Так. Ну, этого, само собой, уничтожаем. Бэм. Что здесь-то нам сделать? Поставить арахис. И сделать вот так. Блин, у него сейчас заморозка же будет, да? Наверное, заморозит всех зомби на земле, скорее всего. Кровожадность сделает. Ну, ему в любом случае кранты. Если, конечно, не заморозить сейчас. Минус один, минус один. Ну, ладно, поживет еще чуть-чуть. Сдулся, да? Смотри, что выстрел. Смотри, что сделал, а? Семь. И один. Ну, давай попробуем так. Блин, сейчас этому достанется. А, нет, он же его не пробил же, да? Сейчас уничтожит. Неудивительно, друзья. Так, ну что, одно хп. Кактус. Кактус, друзья мои. Могу только вот так вот предложить. Других вариантов нет, ребят. Отлично. Шикарно, друзья. В лицо один урон же нужно, да, нанести ему? Как он выкручиваться будет? Неужели у него есть хилочка какая-то, а? О которой я не знаю. Сейчас бац, заморозит кактус. А, ну в принципе, даже если заморозит, все равно же он выстрелит. Но вот здесь, согласись, фартануло просто, ребят. Просто фартануло. Картофан, не боись, он сам боится. Видишь, как его там потряхивает, бедолагу. Сразу, да? Вот ненавижу, когда так делают. Не ходят, или сдавайся, или вот. Просто пошел отвернулся наливать, ну, кофе там или чай. Ну вот и все, заморозка, короче, отдуплился. Сыкунок. Ладно, друзья мои. Так. Еще нам нужно, да, с тобой? Одну победушку. Так, теперь я хотел взять... где у нас? Орех. Погнали. 1000 лет за орех. Ну как 1000 лет? В прошлой серии играли.
Так, ну смотри, золотая лига, ребята, это значит, что высшая лига. Они проснулись, у них, видимо, на сутки позже, да, идет обновление. Вот мне что кажется. Ну, давай я так оставлю пока. Пока оставим так. Эх. Естественно, у меня раннего хода нету. Но есть хилашки. Хилашки будем с тобой использовать. Фонтанчик еще, хорошо. Ну давай, что-нибудь делай. Первого хода нету, второго нету. Есть только могилку уничтожить. Как вариант. Бриана. Седьмой ранг. Да, блин, ненавижу, когда вот так вот ждут, ребята, до последнего, потом делают ход. Такой, знаешь, гроссмейстер, ё-моё. Что-то выкаблучивается, не знаю, что. Вот видишь, что делает? Обдумывает там до последнего. Понтуется. Ну, он, знаешь, на что рассчитывает, может быть. А вдруг у него глюканет, игра, и он вылетит, а я выиграю. Халявщиков таких дохренища, поверь мне. Так, мне все равно ставить некого. Некого, поэтому я опять пропускаю ход. Опа. На заклинашках, да? На заклинашках. Это плохо, ребята. Так. Ну, естественно, будем вызывать с тобой орех. Все на этом. Используй свои заклинания. Что ты там? Я видишь, о чем тебе говорил. Прокачивает. Погнали. Пузырь. Нафиг мне этот пузырь вообще нужен? Блин, вот был бы у меня... Хо-хо-хо, выставил. Был бы у меня патиссон, было бы, конечно, намного круче. Ладно, давай я сюда вот так поставлю. Тю-тю-тю-тю-тю. Заклинашки у тебя есть? Да 100% у него есть какие-нибудь заклинания. Вот, видишь? Перемещает зомби, например. Поехали. Забирай тут. Угу. Рановато, да, наверное? Наверное, рановато, друзья. Пока. Я так и сделаю. С кровожадностью. Окей. Четыре, три, семь. Блин, мало. Но он заставил себе все. Зомби наносит бонусную атаку. Давай, наноси бонусную атаку. Он еще, естественно, прокачается. Опа. Что у нас тут выпадает? Орех. Давай сюда его поставим. Отлично. Так, ну что, ребята, поехали, наверное, потихонечку, да? Жадность на всех, да, вишишь? На всех. Так, ну что мы с тобой сделаем? Прикроемся, естественно, ребят. Поехали. Бонусная атака у тебя есть?
Утягиваешь две карты. Давай утягивай этого говняка. Прокачиваешь? Прокачиваешь. Жик. Вешаешь еще кровожадность. Да, да хоть завешайся тут своей кровожадностью здесь. Ищет карты, ищет. Так. Так. Ну что, ребята. Три. Давай сделаем именно вот так вот. Хильнемся. Давай еще вот так вот сделаем. Хорош пока. Угу, заморозочка. Выставляет ладно. Боится, естественно, боится, ребят. А кто бы из вас не боялся бы? Все? Похоже, что все, ребята. Доигрался. Ну, не я, естественно, а он. Раз орех, два орех у него. Нормально. Так, а это же у нас орех тоже. Это у нас орех. Так, ребят, поехали. Угу. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Что бы нам с тобой сделать-то такого, а? Еще не знаю, кто у него тут находится. Давай так вот сделаю. Поехали. Пират. Угу, берет карты за каждого зомби. Давай, 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 вытягивай, выбирай, тут что хочешь делай. Понеслась, короче, ребят. Ну, чё, все. Понятное дело. Понял, чем пахнет это все. Вот так, ребятушки, орех, как говорится, в доспешках показал, кто здесь хозяин на этом поле. 20 гемов мы с тобой зарабатываем и двигаемся дальше. Опять же, не выпал ни перец нам, ничего, да, из такого, что действительно могло бы нам облегчить этот поединок. Так, с профессором сейчас будем махаться. Вот это пока лишнее будет. Твою налево, а. Да чтоб тебя, ну блин. Вот это вот, короче, комба будет, знаешь, какая вот. Если лужайку поставить, плюс на него это. И в этот момент запустить за нулевочку. Сносит, если там, например, у тебя там 10 хп. Там до 15 хп, по-моему, он может снести за раз. До срабатывания защиты. Но это нужно все в один момент сделать. То есть 4-4 это 8. И, ну да, где-то 9 энергии. Он, естественно, сделал добор себе, не кислый. Так сказать, фартануло, чепушили. Возможно, мы сфейлимся здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А я убрал могилоеда. Угу. Ну там какой-нибудь хлыщ. За две энергии, ребят. Так что даже не стоит обращать внимание. Ну, я тебе говорил же. Сосунок. Ну, будет прокачиваться, да. Будет прокачиваться. Так, три энергии. Опять же, мне ничего не поставить. Поэтому пропускаем. О, что делает?
Окей. Быстро нас тут что-то с вами колбасит, я тебе скажу, быстро. Блин, стоит ли влуплять, а? Да, наверное, стоит, скорее всего. Погнали. Так, посмотрим, что он тут придумает. Наносит 2 единицы урона, окей. Ага. Почему не сработала защита? Ёпарасете, блин. Это плохо, ребят. Так, живем. Иди отсюда, говнарь. Нервируешь. Разыгрываем, да? Бесенка, херенка и тому подобное. Стражника вызвал. Окей, окей. Погнали. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, давай сюда его переместим. Чтобы на всякий случай не уничтожили каким-либо там чудесным образом. Он делает кровожадность. Ага. 4-4. О, смотри, кто у него тут выполз. 6-19. Давай посмотрим. Так. Пока сохраним. Твою налево, блин. Уничтожил бы он эту ягоду, было бы прекрасно просто. Ну что, давай сделаем так тогда. Поехали. Блин, ты серьезно, что ли? Все, ребят, по-моему, кронтарики. По-моему, кронтарики. Допустим. Так, поехали. Так. Ну а дальше что? Что дальше, блин? А дальше ни хрена, ребят. Сейчас посмотрим, что он там придумает. Заменяет мне ландшафт. Ублюдок, а? Со своими этими картами, блин. Запарил уже просто. Твою налево, а? Ну, все, понятно, короче. Тут, короче, все понятно. Сделаем с тобой так. Делаем вот так. И делаем вот так. Другого варианта я, ребят, не вижу. Защита. Мы с тобой ставим, я не знаю. Вот так, наверное. Угу. И крышка нам.
Где ты был, когда ты мне, блин, нужен был? Ушлепок, а? Хрен дождешься его, когда он нужен, блин. Он появляется в самом конце. Да я тебе говорю, ребята, изначально. Ну ты видел, что мне там дали. Что за карты, блин, по 5, по 4 энергии. Груша, вали нахрен отсюда. Вообще, блин, чтоб тебя глаза мои не видели, блин. Бесит уже, блин, эта груша лезет, блин. Убрать ее нафиг надо. Начинается. Так, допустим. На танцорах, что ли, б***ло? О как. Ну ладно, давай посмотрим, кто там у тебя. Ага. Танцульки, да, значит? Ох ты. Давай так сделаем. От безвыходности просто, ребят, уже. Угу. Угу. Ну давай там уже что-нибудь делай. На танцульки, да? Танцульки, ребята, значит что? Это говно надо убрать отсюда, мне кажется. Я не знаю, кто там. Наверное, вот такая же. Ага. Нет. Не то же самое. Ну что, на следующем ходу сработает защита. Танцы шманцы, да? Ну, я, друзья, могу только вот так вот, наверное, сделать. Предложить. И надеюсь, заклинание. Хотя у него есть заклинание. Хотя у него есть заклинание. 3 единицы урона в лицо. Так оно и есть, ребят. Так, срабатывает защита. Что у нас тут? Орешек. Вот сюда мы его поставим. Так, ну теперь надо лечиться, наверное, я думаю. Да, пора. И что творит? Погнали. Давай так. Угу. Кактус. Кактус это хорошо, друзья. Кактус это прям замечательно. Посмотрим. Ага, хорошо так как. Потратил. Ну не надо только вылетать. На. И всем остальным, пожалуйста, влепи. Ждем. Ждем и смотрим, что он сейчас будет делать. У него будет, наверное, ребята, уничтожить растение с неполным здоровьем. Опять выходит танцуля. Ну что? Что я могу сказать? Выставляем орех. Куда-нибудь сюда. Даже так.
Так, ну что, друзья мои, клепаем. Да что за тормоза-то, ёб твою мать, я не понимаю, блин. Ну все, поехали. Че ждем-то? Море погоды, что ли? Так, здесь нужно, наверное, залечить раны, я так понимаю. Ну, карту у тебя, я смотрю, еще дофига. О, привидение. Отлично. Так, друзья. Орех. Не знаю, ребята, орех, не орех. Ставим, короче, сюда. Здесь сюда. Нет, этого мы трогать пока не будем. Хотя, возможно, у него какие-то заклинашки есть. Неизведанные мне, например. И сделаем вот так вот, к примеру. Поехали. Посмотрим, что из этого получится. Давай, наноси. Я знаю, что он хочет сделать. Чего он добивается? Угу. Все на этом? Естественно, срабатывает защита. Сейчас кого-то уничтожит. Я не удивлен. Вообще нисколечко. То, что вот привидение, да, блин. Опа. Ну вот смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Эй, дурачок с кукушкой. Ну, закажу танцора, у тебя танцоров сколько? Двух. Два танцора было, да? Ну давай сделаю вот так вот. И вот так. Что у тебя останется? Смотри, в чем. Ага, вот так ты решил. Смотри, в чем загвоздка. Мы сейчас вот этого уничтожаем и. Ну ты понял, да, короче, что из этого получится. Смотри. Тинц. На. Готов. Все, ну здесь сальца. Ну, не получилось, короче, у него сплясать здесь как надо. Так что он проиграл. Да. Ну что, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этом закончим сегодняшнюю серию. Конечно, не очень удачно. Нервишек пососала эта игра у меня. Но, тем не менее, было довольно интересно. Так что, всем пока. Подожди, у нас же с тобой событие есть еще, по-моему, да? Громкое. Давай попробуем пройти его. Так, за кого я играю? Ага, вот так вот, за профессора. Так, дадите что-нибудь такое хорошенькое мне. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, пока у меня ничего нету здесь. Оу-оу-оу. Слишком круто ты начал. Что за карты ты мне дашь? Ну... Хилочка есть, это уже хорошо. Орех довольный, прыгает, там сияет, блин. Давай вот так вот сделаем. И все равно сейчас уничтожит, да? Вот как пить, да, сейчас уничтожит.
Ты гляди, что творит, а? Вот охламон. Что мы можем с собой тут предпринять? Что-то у нас тут вообще расколбашивают по-быстрому. Сколько ты наносишь? 2 единицы урона. Ну давай вот так вот я попробую. А что, больше ничего не остается, ребят? Четыре защита. Защита забудь называется о ней, да? И вот она, только сейчас появилась. Спасибо, блин. Мне от этих карт, вот честно тебе скажу, ни холодно, ни жарко сейчас. Тут, мне кажется, тут все, ребят. О! Блин, так она две энергии стоит. Ну, замечательно, блин. Погнали. На, да? Да, ну зачистку сделал тотальную просто, ребят. С этим охламоном еще, блин. Все у него тут забито. Ну и чего? Ну ты смотри, а. Опа. Что сделаем? А что ты тут сделаешь? Вот что ты тут сделаешь? Да, ну тут, ребята, мы проиграли. Просто тупо проиграли. Сейчас, естественно, вытянет какую-то хрен знает какую карту легендарную. Да мне тут и поставить нечего. Просто нечего поставить. Так и вот так, что ли? Подарочков ему подогнать. 2 подарка, да? 2 ему, 2 мне. Да все, короче, не получилось пройти у меня, ребята. Офигеть. Да если бы давали бы нормальные карты изначально против короля-то. Ну вот и все. Кара пришла, ребят. Даже на событии сдулся. Этот профессор мозг атака меня убивает и бесит, если честно. Карт берет, а толку никакого. Да, друзья мои. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.